довоенные мои годы детские были счастливыми до 7 лет. Я жила в семье, где родители работали, был братик у меня, сестра. А когда началась война, нас угнали на Украину. И мы 3 месяца ходили по полям и гнали нас, как овец. Дошли мы до Винницкой области и осели в городе Бершить. Там было наше гетто, и в этом гетто я провела 4 года. Конечно, годы были ужасные, голодные. Слов нету. Папа и мама старались. Копали руками эту замерзшую картошку, чтобы нас покормить. И, в общем, было очень-очень плохо. Я это все помню. Немецкие и румынские войска заняли Бершить в июле 41 года. В это же время все еврейское население Бершиди было заключено в гетто. В первые же дни гетто новорожденный брат Леи умер, как Лея вспоминает, из-за отсутствия элементарных средств гигиены и еды. Ходили крестьяне и меняли, выносили то сметанку, то молочко и брали вещи. И мама поменяла, я говорю, мама, я пойду с тобой. И мои родители, это папа и сестричка, и братик, в какой-то конюшне мы остановились, лежали, а я с мамой побежала. Она поменяла платок на стакан сметаны. А этот стакан сметаны я взяла дрожащими руками, я его так несла, этот стакан. Мама, дай, да, идем, а это уже темнело. На пороге, не на пороге, а конюшня. Как зайти в эту конюшню? Я споткнулась о что-то и разлила сметану. А мама дала такой платок теплый, которым укрывала нас. И я взяла эти вот, начала эту сметану собирать. И назад в стакан, сложила все в стакан. Оказалось, это был труп женщины. Она умерла, а я с этого трупа брала всю сметану. И эта сметана кишела в шами. И вот этот стакан с этими в шами мы донесли до мам, до папы и до братика, до сестрички. И так мы ели пальцами, облизывали. В гетто нас определили в какой-то пустой дом без окон, без дверей, но мужчины понатаскали разных досок, где что нашли, кто им дал там из местных жителей. И уже закрыли все. Закрыли все, но туалет был на улице, надо было бегать туда. Ночью я, значит, хочу выйти, толкаю эту дверь, не могу открыть, не могу. Бегу и говорю, папа, я хочу выйти в туалет, а не могу. Он говорит, ну идем, я тебе помогу. Что, почему ты не можешь? Дверь у нас была открыта, и мы никогда ничего не закрывали. Ну, от холода, конечно, это была зима. Когда она толкнула, когда он хорошо толкнул дверь, как мужчина, мы вышли, там сидела замерзшая женщина. Просто она посидела, она и этого угла не имела. И так сидя замерзла. Это 41-й год был страшный. Морозы были неимоверные. Повешенные на столбах партизаны и евреи. Смерть людей от холода и голода. Издевательство румынов и убийство немцами евреев. Такими помнит Лея свои детские годы. Двоюродная сестра забежала к нам и кричит, тетя, спрячь меня, немцы собирают всех молодых девушек на работу. Она была красивая такая. И мама сняла все тряпки, которые были на топчане, положила ее, укрыла этими всеми тряпками, а моя младшая сестричка кричит, мама, мама, ноги видны. Она еще накрыла ноги. И через где-то буквально через 5-10 минут зашел немец и с другим, с автоматом. «Кто у тебя есть, маме?» А мама так присела, а она спрятана.
Она говорит, у меня никого нет, вот мои дети. Я была и сестричка, а братик где-то ходил. И папа пошел что-то искать, еду. Он говорит, смотри, если мы найдем кого-нибудь у тебя, нам нужны девушки. Она говорит, ты же видишь, у меня малые дети. Но если мы найдем, так он автомат ко мне и автомат к сестричке. Только мы найдем, знай, ее, этих двух, мы расстреляем. Мама говорит, никого у меня нет. Вот смотри, тряпки, это, у меня никого нет. И они повернулись и вышли. И мы остались живы. И эта женщина потом вышла замуж. Жила в Ришине здесь, приехала в Ришин. И здесь умерла уже. Они выводили по 50 человек. Вот этих девушек расстреляли, мы слышали. Потом собрали врачей и расстреляли тоже. Мы это слышали, стрельбу. И ждали каждый час, что и нас возьмут. Но когда возьмут, мы уже не знали. После освобождения Бершиди советской армии 14 марта 1944 года из около 4500 евреев осталось в живых меньше 2000. Жители всей Бершиди, не веря в долгожданную свободу, наконец-таки смогли выйти из своих домов. Прибежали ребята и говорят, идемте, идемте, будем смотреть, немцы идут. Они уже наши пришли, наши освободили, а немцы пленные идут. И мы пошли смотреть, какие они были, страшно было сказать. Оборванные, страшные. А ребята начали кидать камни. Но один успокоил, мужчина из, таки украинец, говорит, не надо, они люди. И, может быть, не все такие были. Зачем? Зачем это делать? Не разрешил отогнать, отогнал. А мы любопытные смотрели, как идут эшелоном все. Сразу вот освободили нам город Бершиди. Шла война, это был 44-й год, а война кончилась в 45-м. И мы сразу, папа говорит, собираемся домой. Думали, что вернемся, там наш дом, там все наши. И нам мы такие мешочки сделали, с картошечками завязали эти вот, чтобы был рюкзак. И каждому положили, что там было. И мы пешком шли. Мы же не имели ни транспорта, ни денег, ничего. Но дошли, по-моему, до Жмеринки или где, к какому-то подошли мы этому железнодорожному. Подошли туда. И на товарный сели. Нас взяли на товарный. И так мы добрались, где товарным, где пешком, где на повозках некоторые брали эти местные. Добрались домой. У меня погибших 35 человек. И мои, и моего мужа. Мой муж тоже был в гетто. Его родители умерли на глазах у него. Вот так было. Училась ли в школе хорошо? Несмотря на то, что в школу пришла переростком, ее быстро переводили из класса в класс. Поступила Лея в институт, вышла замуж. Обе дочки Леи – музыканты. В Молдавии Лея жила все годы до переезда всей семьей в Израиль. Мы считали, что это наш дом. Нам другого дома не нужно.